зеленый, латая цепь на дубе том, и днем, и ночью вот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песню заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дом, видений полны. Там озарет их вынут волны, а брег песчаный стой. И 30 витязей прекрасных чередой из вод выходит ясных. И с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом меняет грозного царя. Перед народом, через леса, через моря, колдун несет богатыря. Темница там царевна тужит, а бурый волк ей верно служит. Там ступа с папою едой идет, придет сама собой. Там царь Кощей над златом чахнет. Там русский дух, там Русью пахнет. И там я был, и мед я пил, у моря видел дуб зеленый. Под ним сидел и кот ученый свои мне сказки говорит. Одну я помню, сказку эту поведать теперь я света. Yeah.
бы очень не хватало друга. Здравствуйте, дорогие ребята! Вот так начинается сказка обо мне, о маленьком принце. И мне действительно очень не хватает друга, с которым бы я гулял, играл, читал. Он снится мне в прекрасных снах, которыми я очень хочу поделиться с вами. Знаете, сколько в них таинственного и неизведанного, сколько непройденных дорог и тропинок. Ребята, а может быть, исследуя мои сны, мы сможем найти мне друга, как вы считаете? Да! Тогда давайте отправимся в путешествие по моим снам. И первый из них, самый волшебный, самый искрящийся, он про зиму и про самый сказочный праздник в году. Вы знаете, какой самый сказочный праздник? Какой? Новый год! Давайте дружно скажем, какой? Новый год! Правильно! Итак, путешествие начинается! Yeah.
20 века. Да. А у нас в доме одна пара валенок на двоих. Ну, как при царе Горохе. Да. А почему так вышло-то? То у вас средств нету, то есть денег у вас не хватает. Средств у нас есть. У нас ума не хватает. Говорил я этому охотнику, купи себе валенки, а он что? Что? Пошел кеду купил, они говорят, красивее. Ведь он не подумал, что ездил. У нас зимой национальная деревенская одежда какая? Валенки, штаны ватные, тулуп и шапка на меху. У нас зимой в кедах даже студенты не ходят. Снежинку в руку спрячь водой, желание загадай.
себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Правда? Ну, а если нету планеты, тогда свою комнату. Непременно каждое утро нужно выпалывать баобабы. Как только их уже можно отличить от розовых кустов. Молодые росточки у них практически одинаковые. Ну, а если у вас нет баобабов, тогда поли цветы и помоги маме. Правда? Работа ведь это очень несложная, хотя и довольно скучная. А уже потом бегай, играй, катайся на велосипеде, самокате или гироскутере. Исследуй, пробуй, открывай. Ведь в мире так много всего нового и неизведанного. А потом, когда наступит ночь, скорее ложись в свою кроватку, закрывай глаза и смотри цветные сны.
Мэри, Мэри,
А давайте теперь мы с вами поиграем. Давайте. Хотите поиграть? Да. Хорошо, заодно и познакомимся. Когда я произнесу фразу «Ну а ты не зевай, громко имя называй», то вы все дружно, громко крикните свои имена. Хорошо? Так мы с вами и познакомимся, я вас обязательно всех запомню. Точно готовы? Да. Левое ухо готово слушать? Да. А правое готово? Да. Тогда слушаем. К нам на длинных мокрых ножках скачет дождик по дорожкам. Он не будет нам мешать, будет с нами он играть. На ладошку капельку дружочку положу. Тебе, дружочек маленький, здравствуй, я скажу. Ну, а ты не зевай, громко имя называй! Так еще разочек, ну, а ты не зевай, громко имя называй! Ой, слышу, в зале 5 Матвеев, 3 Оксаны, 4 Димки, 8 Матвеев и, кажется, еще 5 Мишек. Правильно? Ну вот, я с вами познакомился, я очень этому рад. Ой, посмотрите, ребята, окажется, еще дождик идет. А дождь все идет и идет. Целый час, как заведенный. Это теплый дождик, грибной. После него весь лес будет в грибах. Ну да, интересно. Никуда, никуда.
закатом. Я очень-очень люблю закат. И сегодня хочу посмотреть вместе с вами, как заходит солнце. А потом, когда наступит ночь, и на небе зажгутся звезды, вокруг будет так радостно и красиво. Давайте посмотрим вместе. Найдется звезда для тебя.
приятно. Посмотрите, сколько ярких звезд на небе. А ведь нам с вами снова пора отправляться в мои сны. Я ведь так хочу найти своего друга. Ребята, вы мне поможете? Да! Тогда давайте встанем со своих мест на ножки. Встаем на ножки. И повторяем движение за мной. Все встали? Все готовы? Тогда шагаем. Раз, два, три, четыре. Мы шагаем, мы шагаем. Три, четыре, три, четыре. Руки в стороны, пошире. А теперь все потянулись, потянулись, потянулись. Оглянулись, улыбнулись. Вместе дружно все присели. Руки вверх. И полетели! Что это такое, кенгуру? Кто они и откуда? Я как бы знаю, что это такое, кенгуру? Что это такое, кенгуру?
горизонте Африка. Что за Африка страна, где лишь лето и весна, где кругом стоит жара? Все узнать о ней пора. Что за звери там живут, что за птицы там поют? Сплошь загадками полна, что за Африка страна? Мешала, но
там моего друга нет. Где его искать, я даже и не знаю. А мы ведь с вами все неведанные дорожки прошли, столько невиданных зверей видели, а друга моего так и не нашли. Маленький принц, ну не грусти ты так. Может быть, ты не там ищешь? Посмотри, пожалуйста, в зрительный зал. Смотри, сколько прекрасных ребятишек в зале. Разве ты с ними за время концерта не подружился? Ребята, и правда, ведь вы теперь мои друзья, так? Ну вот, видишь, как посмотри, же... сколько у тебя друзей сразу. Как же я рад, что я теперь не одинок. Много у меня друзей. Лена, Танечка, Сергей. С Таней мы гулять пойдем, с Леной песенки поем. Всем дружить необходимо. Ане, Вите, Тане, Диме. Все мы лучшие друзья. Друг без друга нам нельзя. А теперь все вместе в сказку, а вместе с нами путешествовали духовой оркестр Омской филармонии, дирижер Олег Романов. Солисты Анна Шевцовая, Вероника Бартеньева, Евгений Романов, режиссер программы Елена Комарова. Видео Сергей Панин, Сергей Кучеренко, Алексей Шишкин, свет Андрей Клименко, звук Сергей Овсюков, ведущая Ольга Стоякина. Вместе в сказку! Все будет хорошо.
новых встреч! Мы вас ждем на все концерты! Всего вам самого-самого замечательного! Пока-пока!